О, собачьи нежности. Мурик страдает, играть не с кем. Да, дети уехали. Да, страдалец. Ну, спой песенку. Сумрай, как ты поешь? Иди сюда. Сядь. Сидеть. Спой. Как ты поешь? Сумрай, спой песенку. Ау, мама. Скажи, мама. Ну, скажи, сядь. Куда пошел-то? Сядь на место. Давай, рассказывай. Сидеть. Рассказывай, скажи, мама. Обиделся, что ли? Скажи, мама. Сумрай. Засранец. Так, что у нас на этот раз? Новый рецепт? Да, будет пиво. Вот. Это точнее сказать, это пивной набор. Будет темное пиво. В отличие от сусла, да, там сусло было отдельно, после этого, значит, дрожжи были и отдельно, все было отдельно. В этом пивном наборе все присутствует, кроме хмеля. Угу. И пиво как таковое само, да, оно тоже получается не хмеленое. Хмель мандарина. Да, мандарина. Мандарина, Бавария. Да, да. Значит, нам надо будет здесь 2 килограмма сахара, угу, и все остальное. Сейчас вот этот набор. Доброе утро. Иди умывайся. Вскроем. Сами все увидите. Иди умойся и причешись. Здесь сразу же идут дрожжи. Покупать их не надо. Здесь в наборе это удобно все сделано. Купили, сделали. Одно единственное, вкус пива, какой хотите, то есть к темному пиву. Ну вот эта баночка именно для темного пива. Да, это будет темное пиво. Вот. Сколько такой набор стоит? Это стоит рубль с небольшим. Ага. Сусло. Хмель стоит конкретно этот 131 рубль. Угу. Вот. Здесь есть один маленький секрет. Оно очень густое. И для того, чтобы его от банки отделить, его нужно поместить в кипяток. Это уже, ну вот, своим, да, путем пришли, угу, да, потому что его потом соскрябывать, вымывать и все остальное, ну, муторно. Поэтому берем просто кастрюлю. Угу. Включаю кипяток. Давно я понял, кроется гибель где. Так, надо было стянуть, конечно, да нет? Не то, надо, вот, тёплый тебя. Он тоже там как сусло, да, получается? Ну, такое очень густое, да? Не, оно вот, тут есть сусло. Ну, вот это и есть сусло, такое, да, очень густое. Только оно густое. Вон оно что, Михалыч. Ну, пока тут все это кипятится, все это делается, да? Сейчас это делаем. И минут на 10 ставим. Нью-Зеланд. Новая Зеландия сделана, да? Пока не надо. Ну, тёпленько её, пока нету. Нету больше. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, что... Мы оставляем, да? И оставляем, или садись. Ужасный. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, иди обратно путь. Авария. Авария. Так, все, авария, стой. Авария. Выключай. Все, аварию устранили. Ликвидировали. Значит, куда? Сахар. Раз килограмм. Ну, как всегда, сахара. Да? Да, одно единственное, но сахара здесь будет у вас 5 килограмм. 5. 5 килограмм, а 5. Так надо, потому что пиво у нас другое тёмное будет. Ну, покрепче будет, да? Оно будет чуть крепче, оно будет другое, оно... Ну, понятно. Пиво варится по-разному. Полы вроде как одинаковые, а все остальное оно... Губит людей вода, эх, губит людей не пиво. Губит людей вода, если душевно ранен, если с тобой беда. Ты ведь пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда. Здесь ты вздохнешь счастливо. Ну как вообще это пиво получается? Дешевле, чем магазинское, если пересчитать, допустим? Я потом рисковать дам. Дешевле? Ну, и натуральнее, да, ведь? И пиво. Может, по крайней мере. Да. Все. Сейчас ждем, закипит и продолжим. Выключим. Все, 5 килограмм здесь. Не 5. 2 сзади, там только 3. А ты сказал 5 будет?
5 будет, но 3 туда и 2 увидишь куда. А, ну да хорошо. 3 килограмма в воду. Да. Кипятим. 3 в воду. Вот оно слегка тепленько стало. Сейчас лучше утечь. Тебе Ксюша чай налить? Да, пожалуйста. Подожди, оно, по-моему, хмелёное. Нет, в смысле, с хмелем. А, то есть хмель добавлять не надо? А вы добавили? Пиши ребёнку. Берем в кипяток? Ну, в кипяток вон оно закипело. Какое густое. Сразу мешать надо, да? Сейчас пока погодь. Раскребать еще надо будет? Сейчас, да. Ложку дать? Да у меня есть же она, вот здесь. Ладно, я тебе говорю, это совершенно не то. Вот то такое. Угу. Густое. Да, это густое. Ну то пожиже не сильно. Да, его если бы не согрели, оно вообще, знаешь, как карамель. Ага. Такой вот. Сейчас все равно. То есть можешь сбавить пока? Это я знаю, это специально. Сейчас водичку туда нальем. Салфеточку бери, Ксюш. Поставь его, майонез. Что надо того? И вытирай. Нормально это все. Все так. Она не будет его. Темное, надо перемешать. И... Чтобы внутри ничего не было, иначе будет перебирать. Ну, в общем, мешаем, да? Обожаешь, мешаем. Ты пока открытый или как получилось? У этого хмеля? У этого хмеля альфа-кислота вот здесь вот 8,5. 8,1. 8, да, я иду. А у цитра, которая была, у нее 11. Это будет менее горькое. Угу. Ну, когда это. Но мы, если честно, мы будем пиво темное делать, его не надо горькое. Мы положим буквально там 10-15 граммов, и нам этого хватит за глаза. И все. Да все, хватит. 13-14 хватит. Чем пахнет? Ну такое. Чем пахнет? Непонятно. Вау. Ну так чем пахнет? Ну не мандаринкой. Как-то на мандарин не очень похоже. Ну может это. Такой он концентрированный какой-то. Ну все, сейчас опять на 20 минут сюда пусть оно... Хмеляется. Варится, да? Да, там потом дальше ходим. Варим, варим, варим. Значит, 20 минут пока есть. Здесь опять делаем воду. 28-32 градуса и дрожжи. А, дрожжи. Нет, это не надо. Лук только
на подарок. Ну, побыстрее и все. Сейчас вот. Мама, давай я тебя поищу. Мама. Ты что, нет камеры в руках, телефон испортится же. Хулиганка. Выключи пока, сейчас я 28 сделаю. Что делай. Не глюкозы, да? На сахаре. И сахар сразу же весь, который остаток висит, два. Угу. Просто воду, что ли? Угу. Шай-шай. 28. Вот оно, готово. О, какое темное. Капяток. Капяток, капяток. Поласкиваем кастрюльку. Что там с друзьями? Дружи потихоньку бродят. Горячий? 39-40. Сейчас холодные водички. И немножко. И будет счастье. Все, набралась. Хватит? Померить сначала. Сейчас остужить придется. Помешай. Остужать придется. Ждать, пока остынет, да? Надо это. 35. Так еще остатки вылить. Не надо, она вылить. После этого бурлить начнет, она будет выдавливать. Она высоко его. Будет. Она с высоко. Сейчас вон еще там литр дрожжей добавим. Она все. Давай. Все, остыло? Ну, полчаса с бубном, танцы, да? Ага. Вон, тридцаточка, 32, если не точнее, 31. Воздержание, а не воздействие. Ну, когда пост соблюдают, ничего не едят, только вода. Вон, пузырьки пошли, вон, иди. Видишь, да вон сбоку смотри, вон, видишь. Дружи, другие будут. Все.
Вот. Все, можно это. Мешаем. Крышкой гидрозатвора вперед. Вечером посмотрим, что получится. Ну все то же самое. Все то же самое, да. Даже вот. Ну давай, открывай. Запахло. Подержать? Да, не надо держать. Это такое солод. Это хмель. Хмель и солод, все так. Все гуляет, все пенится, все работает, да? А мешать-то надо? Или, надо, или надо. Лучше не трогать? Надо, надо мешать. Сколько вот он у меня стоит? Где вещи пристоят? Получи. Не приставай, девчонки. А? Жених. Не твоя невеста, не твоя. Черпак принеси. Не тряси тут хвостом. Кого? Черпачок с тумбочкой принеси. Да не, рано еще. Принеси, нальем, посмотрим, что получилось. Сколько оно должно вообще по времени-то стоять? 4-5 дней. И все? И что, в смысле, готово сразу будет? Ну, можно недельку подержать. Сахар сюда добавлять, да. Мешать. Стоит двое суток уже, получается, да? Два дня? Да нет. Ну, двое суток нет. Ну, второй день. Ну, что пристаешь-то? Уйди, Мурик. Хватит, хватит. Много-то не лей. Да, пап, ты что так много-то? Ты сначала попробуй, ты же пробу берешь. Ты зачем целую эту-то? Да, сын, не мешай. Все. Да, сама попробуй. Там еще дрожжи, наверное. Это не кислятина. Кислятина. Какой кислятина, сладкая. Как кожура от лимона. Ну. Горькая, горько-кислая. Цитра. Еще что-то к зубам прилипло. Хмель. Хмель. Хмелиться надо. Фу. Неси. Вот это так вот бери, стой пока. Вот так вот. И это все туда. Ну все, закрывайте.